вами Маргарита, и сегодня мы будем готовить очень вкусный салат из авокадо и тунца. Для приготовления нам понадобится авокадо, тунец, киви, помидоры черри и красный лук. Для заправки оливковое масло экстра вирджин, мандариновый сок, соль, перец. Для украшения салата перепелиные яйца, орехи, листья салата и маслины. Ингредиенты готовы, а сейчас мы отправляемся резать салат. Удалить из авокадо косточку и очистить кожицу. Нарезать его небольшими кубиками. Смешать 2 чайные ложки мандаринового сока и половину чайной ложки оливкового масла. Заправить авокадо полученной смесью. Добавить перец и щепотку соли. Киви нарезать небольшими кусочками. Точно так же порезать помидоры. Измельчить лук. Смешать лук и помидоры. Посолить по вкусу. Салат будем собирать, используя металлическую кулинарную форму. Первым слоем выложить авокадо. Распределить его в форме. Придавливать при этом сильно не надо. Вторым слоем выложить помидоры с луком. Затем слой киви. Последний слой – тунец, который предварительно следует размять вилкой. Посыпать слой измельченными орехами. Украсить тарелку листьями салата. Осторожно снять формочку. Продолжить украшать салат нарезанными яйцами и маслинами. Сверху посыпать орешками и полить оставшимся мандариновым соком. Друзья, вот такой красивый салат у нас получился. Его можно подавать на праздничный стол, можно подавать просто к ужину. Готовьте и кушайте на здоровье. С вами была Маргарита. Всего доброго. До свидания.